Mario Brothers. Here I come! No problem! Ладно, поехали. What a tasty treat. Ну да. Так, привет, Dark Angel. Да Марио, да, уже Марио давно. Here I come. Here I come. No. Here I come. Lucky. Gotcha. Here I come. Lucky. Gotcha. Gotcha. Он разгоняет, то разгоняется, то не разгоняется. Here I come. Gotcha. 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 No problem. Как-то не очень я у него трачу. Да что это? Ну, Тор, ты-то три круга выдерживал, а я-то не могу. Так что некорректное сравнение. Блин, мне загородили экран. Ну, плохо ты видел, значит, если ты увидел там доту. Mario Brothers! Почти, почти. Here I come. Here I come. Here I come. Here I come. Lucky, gotcha. Lucky. Dun da da dun. Dun da da dun. Ну сейчас, в принципе, норм. Ну, вообще, мне кажется, это маловато, чтобы пройти с двух циклов. С трех-то понятно, но вот с двух. То есть, чтобы второй раз на молотки не попадать, я вот это имею в виду. Ха-ха!
А, что ты делаешь? Что-то мало потратил в итоге. Вроде вначале нормально было. О, here I come. Что это? Ладно. Тор, это не баг, это фича. Так что фейспалмом не поможешь. Что-то он близко как-то ко мне. Да, три. Марио. А, вместо прыжка нажал вправо. Привет, Виртуси. Мало, вроде мало. Чуть-чуть можно было больше. Ой, что я не выставил? Чат читал. Ну на легком. Да что я не попадаю? Ну это все, это удаляй. Ну и удалил. У меня, в принципе, было, что до как, момента, когда мост открывается, я уже практически мост все сносил. В смысле, половину сносил. Но я имел в виду, думаю, все, говорю, потому что если бы это был легкий, то бы это было почти все. Потому что у него там 50%. Ой, мне кажется, сейчас он по мне. Не. Ой, как много у него осталось. Но это опять неудачная попытка. Что, больше половины осталось? Лол. Нафиг такая нужна попытка. Lucky.
Here I come. Gotcha. Dun, da, da, da. Gotcha. Не, по-моему, бесполезно. Да я не трачу столько же на втором круге, в этом проблема. Если я в первом потратил больше половины, это не значит, что я добью на втором. Вот в этом проблема. Потому что во втором я начинаю волноваться, я начинаю тратить меньше. И все. В этом и прикол. Мне надо больше половины значительно потратить. У меня такое было. И не раз. Но, к сожалению, не доживал до второго круга. Да не убью я на третьем, я до третьего не дойду никогда. Ну я не буду миллион попыток здесь делать. Ну не, конечно, по случайности чисто можно, но... Знаешь, такую случайность ждать, это такая же случайность, как пройти больше без смертей. Ну сейчас, в принципе, вот норм. Марио! Да куда? Где такой момент? Где можно на халяву подамажить? Да, конечно. Теоретически, Тор. Теоретически. Here I come. Lucky, gotcha. Gotcha. Lucky, gotcha. No problem. Ну, и что? В теории этому шанс очень маленький. Ну, в принципе, норм, где-то половину снял. А, молотки. А, не очень. В тебе Вулф? Нет, нет. Не такой шанс. Лол, я чё, по-моему, половину снял? Но для меня рекорд. Но это ничего не значит, все равно. Да. Here I come. It's bashy time.
Вроде нет. Ну, попробую сейчас. По-моему, могу. Ну, там тратится буквально одно. Да, могу. Ну, это фигня, в принципе. Ну, хотя, все же лучше, чем ничего. Да, согласен. Ой, не так. Да что я нажимаю-то? О, путаю кнопки. Не, ну в принципе, если он бесплатный, то почему нет? Да нет, даже два раза, по-моему, попал. Это считаю, что вот когда я прыгаю, не здесь, а там, где это как в тоху летит вся, то... Ну, там, короче, это... Не. Ну, вот там я по две трачу за один прыжок. Ну, считаю, что это как лишний прыжок. Да, блин. Лол. Вообще, по-моему, не потратил. Да ладно, его все равно за одну фазу-то не убить. В смысле, за один круг. Что это было? Вообще ничего. Знаешь, эти два дамага могут решить все. Да лол, почему не попадаю? Если мне там ничего не угрожает, почему не потратить эти два дамага? Видишь, они бы сейчас мне пригодились, эти два, потому что я здесь плохо потратил. Что я делаю? Сбилась рука и все. Mario Brother. Here I come. Ой-ой-ой, жесть. О, как у него много осталось. Печаль, беда. Все, это третий круг. Это третий круг. Да если я дойду на него еще, конечно. Да все равно это бы третий круг. Это жесть. Что значит честная игра? А как ты сможешь играть нечестно? Типа то, что заранее посмотрел на стриме у Нутора тактику? Ну, если это нечестно считается.
Нахрена мне какой-то скрипт? Ты чё, о чём ты говоришь? Да есть этот гастрый, но чё он мне даёт? Он практически ничего не даёт. Им играть это честно, потому что я его взял в самой игре, я ничего не читерил. Но блин, он там урона наносит вообще раз в год. Ой, я кнопку вообще перепутал, лол. Если бы в него попал этот гастрит, тогда было бы прикольно, конечно. Рю? А его тут можно взять? Так он же здоровый, ты чё? Блин, да это неудобно, кошмар. Не, не пройду, ты чё? Это вообще с ним нереально играть, по-моему, самый неудобный. А как его перепрыгнуть-то? Лола, а как уйти-то? Как уйти-то? И невозможно, по-моему. Нет, им невозможно уйти, забей. А это кто? В чем прикол? Не вижу особой разницы. Только музыка опять дурацкая. Есть вот кит какой-то ребенок. Туйди. Гай? Гай Юлий Цезарь, что ли? Ну и чё, не вижу разницы с Блэшем. Прыгает не выше. Ну если ты хочешь все-таки убедить Рю, ну давай и Рю попробуем. Да и что-то он не особо сильнее, по-моему. Привет, Костебрак. Редкости брак.
Не жадничать, но как-то прикольно. Да все равно я не могу перепрыгнуть. Ну и чё, потратил столько же, сколько и больше, вообще столько же. Только не видно, где хитбокс, вот это вот проблема, так что им даже сложнее, походу. То, что правда пульки, а сами по себе больше. Да? Вот это может быть. Хотя у них, возможно, тоже хитбокс такой же. Ладно, короче, не буду издеваться. Да, я опять кнопки перепутал. Четко. О, за Травентор. Блин, я ему опять половину снес. Вот всегда бы так. Я думаю, половина это уже достаточно. Ну, только тут не тупить дальше. Есть. О, куда? Ладно, все, короче, пойду поем. Да, пофигу, выключу стрим, короче, если кому надо, потом придет через минут 15-20. Ладно, спасибо, что смотрели.